о главных событиях в жизни Украины на этот час. В студии работает Дарья Вершеленко. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь в выпуске. Голодомор – это месть за свободу. В Украине почтили память жертв геноцида. Нет фабрики троллей. ЕС намерен ежегодно тратить 1 000 000 евро на борьбу с российской пропагандой. Стартап по-украински. Сколько на Кикстартере заработали отечественные проекты? Зажги свечу памяти. В Украине почтили память жертв голодоморов. В Киеве сотни людей собрались возле мемориала жертв геноцида украинского народа, чтобы вспомнить миллионы невинных, которые лишились жизни из-за жестокости советской власти. Семья Владимира пережила страшные месяцы голода 1932-33 годов в селе Лобачи в Киевской области. Рассказывая об этих ужасах, он все детство слушал от мамы. Сегодня уже который год подряд он пришел на памятную акцию. Принес символический букет из колосков. Моя мама 17-го года рождения. Когда начался голод, ей было 16. Ничего у них не было, ни одежды лишней, ни еды. Все забирали. Она голод пережила, а тетки нет. И много взрослых людей, много детей в селе умерли. Когда дети у мамы появились, она нам все эти истории рассказывала. Мы слушали, и у нас слезы текли градом. Люди держат в руках украинские флаги с черными траурными лентами и лампадки. Память погибших пришли почтить и пожилые люди, и молодежь, и дети. Возложить цветы и зажечь памятные свечи возле памятника жертв Голодомора приехали воины АТО, дипломаты из десятка стран, представители украинской власти. Президент Петр Порошенко попросил никогда не забывать об этих страшных событиях. Чтобы наши нащадки завжди знали. Чтобы наши потомки всегда знали, что это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный голодомор. Более того, геноцид по всем признакам, определенным в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года. Чтобы на всех континентах осознали, что не признавать голодомор так же аморально, как и отрицать Холокост. Я думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий. Молебен по погибшим отслужили представители разных конфессий. И за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Память погибших почтили минутой молчания. После на склоне около мемориала зажгли сотни лампадок. Эту традицию начал в 2003 году американский историк Джеймс Мейс, который исследовал голодомор в Украине. Юлия Крючкова, Евгений Сакун, UATV. Они видели, как из дома забирают последнюю еду, помнят вкус похлебки из червей и страх смерти. Пережившие голодомор 1932-33 годов только после распада Советского Союза смогли рассказать страшные истории из своего детства. Истребление украинских селян искусственным голодом долгие годы замалчивали. Воспоминаниями очевидцы трагедии поделились с корреспондентом UATV Евгенией Бурдой. Это было очень длинное для нас. Это была очень длинная для нас зима. Ждали, когда придет весна, чтобы что-то достать из земли. Я копала червячков, мама жарила, подсушивала и в лебеду бросала. Продержаться до весны – это казалось невозможным, когда каждый день она видела голодную смерть. Лилии Бедренко тогда было 5 лет. Ее детские воспоминания о том, как соседский мальчик упал замертво, когда пытался что-то найти в опустевшем огороде, о поиске еды в лесу, о десятках неизвестных, которые умирали на железнодорожной станции. И приезжали. Цеплялись за товарняки и ездили по селам. Может, где-то удастся достать кусочек какой-то картошки или хлеба. И они вот тут падали, не доходили даже до наших домов. Падали и их свозили, была одна лошадь. Вот сюда скидывали, могилу копали очень большую. А со станции Кожанка в Киевской области в это время отправлялись за границу вагоны с зерном. В газетах писали об успехах коллективизации и хлебозаготовки. Советская власть пыталась решить не только экономические проблемы, но и подавить сопротивление украинцев вступать в колхозы. Люди по хатах. Все отказались от колхозов. Люди по домам прятались, не выходили, а их выбрасывали на улицу, двери срывали и забивали досками. «Ты индус!» – тех, кто не хотел в колхоз, так называли. Непокорных морили голодом. В селах забирали не только зерно, все запасы. Маленькая Лиля на всю жизнь запомнила фамилию того, кто забрал из их дома последнюю еду. Галушка забрал галушки у нас. Галушку забрал галушки. Я запомнила со времен голода. Пришли, пересмотрели все и в печи, и под печью, а там галушки. Мы за ту торбу вцепились, как собачонки. Не берите наши галушки. Они рассыпались, и мы прямо с пола сырые ели.
Мать шла мимо соседского двора и потом отцу говорила, а я слышала это. «Иван, я ее не вижу, как бы он свою маму не съел. Собак, кошек ели, это не осуждалось». Самое тяжелое время, вспоминает Зиновий Масло, была весна 33-го. От родителей слышал, как они считали умерших в селе. За день бывало по 10-15 человек. Уже будучи взрослым, он нарисовал карту родных пивней. Составил список тех, кто не пережил голод. Тогда на своей улице вспомнил 150 человек. Подивіться, оце все це село. Посмотрите на все это село. Если на одной улице 150 человек, это пятая часть примерно. А еще вот здесь, но я тех людей не знал, я был еще ребенком. Больше всего от Голодомора пострадали Киевская, Харьковская, Полтавская области. Количество жертв историки до сих пор установить не могут. Называют цифры от 3,5 до 7 миллионов. Масштаб трагедии замалчивался. Документы были уничтожены или засекречены. У нас до сих не враховано. У нас до сих пор не учтен огромный массив потерь, которых не брали во внимание. Речь идет о том, что не раскопано еще ни одной могилы около железнодорожных станций, куда сбрасывали тела тех, кто пытался поехать за хлебом. Не учтены те, кому не удалось перебраться через Бруч, Днестр, кого пограничники расстреляли при попытке перебраться за границу. Выжившие после Голодомора молчали, пока Украина не стала независимой. Боялись повторения геноцида. Лилия Бедренко рассказывает, до сих пор оставляют про запас хотя бы небольшой кусочек хлеба. Та похлебка, тот хлеб из макухи или желудей. Оно же не забывается, тот вкус. И потом все время тревога была. Мы были очень напуганы. Евгения Бурда, Александр Бугай, Владислав Гапон, UATV. В американском штате Мичиган 25 ноября теперь день памяти жертв Голодомора. Важно, что в декларации об этом голод 32-33 годов называют геноцидом. Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах в соцсети Facebook. Здесь поблагодарили США за поддержку и восстановление исторической справедливости. Напомню, Голодомор признан геноцидом в штатах Вашингтон, Висконсин, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Конгресс США может признать его таковым уже в следующем году. Голодомор – это месть за свободу. О страшной трагедии 32-33 годов, которая унесла жизни миллионов украинцев, говорим с Виталием Магиенко, главным специалистом Украинского института национальной памяти. Здравствуйте. Здравствуйте. Потери населения в Украине во время Голодомора, по разным оценкам, но в среднем это цифра около 4 миллионов человек. И вот я хотела бы зачитать цитату представителя МИД РФ Марии Захаровой. Такая трактовка не имеет ничего общего с восстановлением справедливости, носит политизированный, давайте скажем прямо, просто антиисторический характер. На наш взгляд, когда так ставится вопрос, так подается тема, цель одна – посеять раздор между народами России и Украины. Как вот расценивать такие заявления? Понимаете, вот признание геноцидом – это самое большое уважение к тем людям, которые умерли такой страшной смерти. Это просто признание геноцидом, то есть это в самом деле мы отдаем им дань таким способом. Поэтому, а то, что это как бы сеет вражду между нашими странами, я честно говоря, так не думаю. Вопрос скорее в русской стороне. Если они готовы признать часть своей, скажем, ответственности, признать вот эту историю своей историей. Если не признаешь, что это их история, они уже вот могут также признать, что Голодомор был геноцидом. А они мыслят об этом как раз не как о истории, а как о политике. Для них это только политика. И все. Потому что вот в их понимании, что если, например, что-то признают геноцидом, то уже какая-то ответственность лежит и вина на русских политиках или там на Сталине, или на других людях. Но мы же не говорим о вине, и мы не говорим об ответственности. Мы говорим об уважении к жертвам, да? И мы говорим об восстановлении исторической справедливости, потому что в самом деле это был геноцид. И 14 стран мира 14, признали. Да, больше, 16, это геноцидом. 17 уже. Уже 17 стран признали это геноцидом, да, украинского народа, но некоторые государства все-таки не торопятся признавать, да, это геноцидом. Это почему? Потому что они опасаются вступать в идеологический какой-то конфликт с Россией? Или почему? Понимаете, это всегда часть международной политики. А международная политика, там есть свои правила. Сильные страны, могущественные страны, более слабые страны. И, конечно, это часть какой-то политической игры.
И с этой стороны очень просто объяснить, что некоторые страны признают, некоторые не признают. Мы также, например, понимаем, что от Канады, которая одна из первой, или не признала, или страны, где украинская диаспора имеет большое представительство, конечно, там есть давление на вот эти парламенты, и они склонны к тому, чтобы признать геноцидом. Это часть международной политики. Недавно посол Украины в США Валерий Чалый сказал о том, что пришло время для того, чтобы США официально тоже признали Голодомор против украинского народа геноцидом. Ваш прогноз, может ли это случиться? Трудно, конечно, сказать. Мы, конечно, очень сильно надеемся, потому что будет очень-очень важный шаг на пути к признанию Голодомора геноцидом в таком мировом масштабе, потому что Соединенные Штаты очень большой игрок в международной политике, потому что, конечно, другие страны будут смотреть и на то, что делают Соединенные Штаты Америки. Потом, конечно, мы надеемся на позитивный исход. Я просто знаю, что Министерство иностранных дел Украины делает очень много в этом направлении, и не только в Соединенных Штатах, а практически в каждой стране, где есть украинское посольство. То есть это у них отдельное направление международной политики. И они очень много делают, встречаются с многими людьми, с дипломатами, с общественными активистами, с политиками. Да, недавно даже в британском парламенте состоялись дебаты, да, относительно Голодомора в Украине. То есть работа идет, и я думаю, что на финишную прямую мы выйдем через год к 85-й годовщине событий. 77% опрошенных на вопрос о том, считают ли они Голодомор геноцидом украинского народа, ответили утвердительно, 11% заявили, что им трудно ответить, 8% однозначно нет, сказали. Это вот такие последние данные социологической группы «Рейтинг». О чем говорит такая статистика? О консенсусе. Это очень большие цифры. Объясните. Ну, честно говоря, я не думаю, что они могут быть выше. Если кто-то говорит, что 98% людей могут верить в демократической стране, то мне кажется, что вряд ли. Ну, вряд ли это возможно. Это очень высокие цифры. Очень высокие цифры. Если мы посмотрим на карту Украины, то мы увидим, что эти цифры не очень сильно отличаются на востоке и на западе страны. То есть это консенсус, по большому счету. Украинцы считают это геноцидом. Украинский институт национальной памяти выступил с призывом не использовать термины «голодомор» и «геноцид» в неуместном значении. Политики действительно частенько спекулируют на этих понятиях. Как вы думаете, услышат ли они вас? Ну, мне кажется, уже услышали, потому что я не встречал в последнее время каких-то таких отсылок к такой «геноцидной тематике» в кавычках. Да. Ну, мне так кажется. Это надо, конечно, привести дискурс, анализ всех высказываний украинских политиков. Ну, в принципе, это можно объяснить тем, что этот термин «геноцид», он очень сильно на слуху и в ходу, и многие его используют, как бы не придавая особого значения тому. Они, как бы, может, делают это даже не вспоминая о Голодоморе и о тех событиях, которые были. Просто в их понимании геноцид — это очень что-то плохое, это какая-то очень плохая политика, и они используют это слово, не задумываясь. И вот эта позиция института и это заявление было направлено на то, чтобы обратить внимание политиков, что все-таки, вот, чтобы они подумали, что нельзя сравнить Голодомор, нельзя сравнить, когда 4 миллиона человек умерли такой жуткой смертью, да, и, например, то, что происходит сейчас. Да, может, кому-то тяжело, но, поверьте, не так, как было тем людям, которые просто умирали массово, много тысяч людей за день. Это спасибо вам большое за эти комментарии. Напомню, у нас в гостях Виталия Гиенко, главный специалист Украинского института национальной памяти. На Донбассе боевики продолжают обстреливать украинских военных. С начала суток 6 раз нарушили режим перемирия. Пророссийские наемники использовали запрещенное вооружение на Луганском направлении возле Травневого. Несколько раз минометы 120-го калибра и гранатометы. Вооружение боевой машины пехоты боевики применили по защитникам Луганского.
На Донецком направлении. На Донецком направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Водянова. В течение нескольких часов, используя целый спектр пехотного вооружения, враг нарушал перемирие у Верхнеторецкого. В этом же районе зафиксированы неоднократные обстрелы наших позиций снайперскими парами оккупантов. Кроме того, из стрелкового оружия наемники открывали огонь по защитникам Красногоровки. Вышли из-под обстрелов в Крымском Луганской области. Двое украинских военных, которые считались погибшими после недавнего боя, вернулись в свои подразделения. Несмотря на полученные ранения, сейчас они в госпитале в Северодонецке. Министр обороны Степан Полторак посетил раненых. Почему сразу два пострела? Услышал сразу два выстрела. Один тише, другой громче. Потом резкая боль в ноге. Упал на землю. Ко мне подбежали ребята, вытащили из кармана телефон. Смотрю, а он весь насквозь прострелен. В оккупированный Луганск прибыли силы российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Их задача – поддержка так называемого министра внутренних дел ЛНР Корнета. Это, в частности, подтверждают обнародованные СБУ аудиозаписи переговоров командира «Вагнера» Дмитрия Уткина с Корнетом и офицером ФСБ России Олегом Хмурым. Последние, по данным СБУ, курируют зачистки неугодных боевиков вооруженных формирований ЛНР. На записях, сделанных в 2015 году, можно услышать детали спецоперации по уничтожению подельников боевиков. Он говорит, да, позвоните Диме. Дима что-то там такое знает, что нас нельзя разоружать. Ну, пока решение не принято, вопросы по ним. Ждем. Я докладывал туда выше. Их нужно просто, видишь, какой-то формат войти. Либо под МВД, как прикомандированы. Вот, мы с ним уже переговорили, он абсолютно согласен идти в вооруженные силы. Абсолютно согласен. Он говорит, хоть завтра. Боевики в оккупированных районах Донбасса осознанно и целенаправленно подвергают опасности местных жителей. Это подтверждает украинская разведка. Там сообщили о вопиющем случае, когда вооруженный боевик прикрывался мирными жителями во время перестрелки со своим подельником. 24 листопада. 24 ноября группа боевиков одной из частей так называемого 1-го армейского корпуса оставила позицию для пополнения припасов. Во время пребывания в населенном пункте между оккупантами вспыхнула ссора, которая переросла в вооруженное столкновение. При этом один из преступников устроил себе огневую позицию в частном доме, используя гражданских в качестве живого щита. Продукты, теплая одежда, лекарства. Украинские военные помогают жителям прифронтовых сел Травневое и Гладосово. Несколько дней назад эти населенные пункты Донецкой области перешли под полный контроль вооруженных сил Украины. О жизни сел, которые вышли из серой зоны. Далее в сюжете. На восток Украины пришла настоящая зима. Тем не менее, опасаясь провокаций со стороны пророссийских боевиков, украинские военные усилили патрулирование в районе Травневого и Гладосово Донецкой области. Еще несколько дней назад эти села находились в так называемой серой зоне. Теперь полностью перешли под контроль украинской армии. Первым делом бойцы вооруженных сил Украины наладили снабжение продовольствием местных жителей. Набор пайковой, там консервы, мука, сахар, макароны. Спасибо большое. Подвезли... Мы подвезли продукты питания и воду населению. Также выяснили проблемные вопросы. Сейчас особенно важно возобновить электроснабжение и провести освещение, которого нет уже целую неделю. Эту проблему сейчас будем решать на уровне глав сельсоветов. Также военные привезли медикаменты. Помогают тем, кто не может самостоятельно прийти в пункты раздачи гуманитарной помощи. Вот пишут в интернете, что тут украинские военные кого-то арестовывают, выселяют. Вы видели, слышали? Нет, такого не слышали, пока до нас хорошо. Как вас зовут? Надя, бабушка Надя. Бабушка Надя, присядьте, пожалуйста, на кровать, я вам померяю давление. Вы скажите о своих проблемах, что беспокоит. 180 на 110. Человек пожилой, конечно, давление высокое, но в любом случае человека надо везти в госпиталь, кардиограмму хотя бы сделать. Думаю, да, завтра повезем. Сейчас уколю, посмотрим. А давление упадет, но в любом случае надо человека повезти, посмотреть. Такая помощь жителям прифронтовых территорий – обычная практика для украинских военных. И это полностью противоречит мифам российских пропагандистских СМИ о том, что вооруженные силы Украины пренебрегают человеческими жизнями. Вадим Крамер, Артур Корниенко, UATV.
По последним данным, 305 погибших вследствие теракта в мечети на севере Египта, среди них 27 детей. Еще почти 130 человек пострадали. Силы безопасности приведены в максимальную боевую готовность во всех провинциях. Проводится антитеррористическая операция. Уже ликвидировали 30 террористов. В настоящее время разыскивают тренировочные лагеря экстремистов. Напомню, накануне боевики взорвали бомбу в мечети во время пятничной молитвы и расстреляли людей, которые выбегали наружу после взрыва. В стране объявлен трехдневный траур в знак солидарности. Эйфелева башня в ночь на субботу погасила свои огни. Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от поездок в Египет в ближайшие 3 месяца. Траур в Грузии. Власти страны объявили понедельник, 27 ноября, днем общенационального траура по жертвам пожара в отеле «Лео Гранд» в Батуми. Огонь забрал жизни 11 человек, еще 21 пострадал. Большинство погибших находились в спа-центре. По предварительным данным, возгорание началось в пятницу вечером на 4-м этаже. Дым через вентиляцию быстро распространился по всему зданию. Эвакуировали более 100 человек. Власти Грузии пообещали провести расследование и наказать виновных в трагедии. При этом несколько месяцев назад гостиница была оштрафована за отсутствие противопожарной системы. 1 000 000 евро на борьбу с российской пропагандой. Европейский союз намерен ежегодно финансировать меры против дезинформации и фейковых новостей от российских СМИ. По информации издания The Guardian, эти средства уже заложены в бюджет ЕС на 2018-2020 годы. Напомню, на саммите Восточного партнерства в Брюсселе глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что кибератаки, фейковые новости и гибридная война – одни из главных проблем и угроз для европейского единства. 2 000 000 долларов собрали 35 украинских стартапов на международной платформе Kickstarter в этом году. Самые популярные среди них – экологичная фотокамера, модный кулон для преобразования голосовых заметок в текст, механические музыкальные модели и другие. Об украинских ноу-хау, которые готовы конкурировать с Илоном Маском. Далее. Скачиваем приложение на iPhone либо на Android. С этой фразы начинается знакомство обычного юзера с новым IT-изобретением. На мониторе планшета рисуем логотип телеканала UATV. Через секунду оно отобразится на обычном, точнее необычном рюкзаке. С помощью Bluetooth, элементарно Bluetooth, Powerbank, вы можете выводить на экран этого рюкзака свое настроение. Вы можете выводить какие-то, кроме настроения, там погоду, солнце светит с утра. Такого точно нет в мире. LED-рюкзак придумали украинцы. Потратили на идею 48 часов и несколько тысяч долларов. Сейчас в Украине 26 таких изделий. Следующий этап – это февраль месяц Kickstarter. Также мы выиграли поездку в Лас-Вегас на SEA-2018. Соответственно, Kickstarter нам нужен для того, чтобы запустить массовое изготовление и плюс рекламу. Единственный недостаток рюкзака – быстрая разрядка аккумулятора. Но его можно устранить с помощью вот этого изобретения. Смарт-батарея – также украинская разработка. Для полной ее зарядки нужно всего лишь 4 минуты. Материал, из которого сделано, не токсичен. Он может держать и месяцы. Заряд – вопрос в том, что для каждого применения мы выбираем лучшие параметры, чтобы с максимальной эффективностью работал. Подавляющее большинство украинских стартапов придумали студенты, реже – молодые ученые. Только за 2017 год на международных платформах ноу-хау Made in Ukraine собрало более 2 000 000 долларов. И это не предел, утверждает руководитель научного парка Национального университета имени Тараса Шевченко Виталий Чернюк. Для лидерства в мировой науке и разработках украинским кулибиным не хватает технологической базы и потребителя. Если бы у наших ученых была такая база, которая есть у Илона Маска, мы бы были конкурентоспособными на мировом рынке в том числе. И мы витаем. Выходите, команда Open Market. Витаем. Инициативная группа госпредприятия СЭТАМ полгода разрабатывала вот это компьютерное ноу-хау. Ставка была сделана, участник один, 1000 гривен, первая ставка за этот лот. Созданная ими компьютерная платформа Open Market Уголь ориентирована на рынок угля. Это первый украинский государственный стартап. Новые сферы, которые мы открываем, они действительно, их можно назвать стартаперскими, потому что ими до этого никто не занимался.
И в целом в дальнейшем этот угольный модуль можно будет переквалифицировать на новые рынки. Это может быть и рынок зерна, это может быть там, рынок янтаря. Конечная цель всех разработчиков – заработок и популярность. Некоторые достигают всемирной известности, как, к примеру, гаражные стартапы Google и Facebook. А некоторые обречены на провал. Успех – удел тех, кто находит простое решение, говорят стартаперы. Ведь все гениальное просто. Андрей Яковин, Дмитрий Гришко, UATV. 42-я ракетка мира и 2-я ракетка Украины. Леся Цуренко встретилась в Киеве с любителями тенниса и поклонниками своего таланта. В этом сезоне она добыла 3-й в своей карьере титул WTA. Выиграла соревнование в Акапулько. Теннисистка поделилась планами, рассказала об итогах года, соперниках и психологии победителя. Елена Дедух продолжит. Дома в Киеве Леся Цуренко отдыхает и готовится к новому сезону. Одновременно принимает участие в разных медийных мероприятиях. Говорит, ей очень интересно вживую пообщаться со своими болельщиками. Свой сезон оценивает неоднозначно. Были и радости побед, и горечи поражений. Радует, что уже 3 года подряд удается выигрывать турнир. И понравилось то, что вот на Ролан-Гаросе и Умблдоне удалось сыграть хорошо. Обычно я на таких покрытиях хорошо не играла. Вот. Немножко разочаровала американская серия, но я надеюсь, это все исправится в следующем году. В этом сезоне Лесе впервые удалось попасть в топ-30 мирового рейтинга, занять 29-ю позицию. В следующем году планирует как минимум вернуться на эту высоту. Я хочу вот первоначально вернуть эту позицию. Год закончить, наверное, 20, ну а, конечно же, такая голубая мечта – это топ-10. Леся говорит, люди чаще всего спрашивают ее о впечатлениях о сезоне и о заработках. Залогом своего успеха считает безграничную любовь к теннису и жажду лидерства. Посмотреть на кумира пришло много юных теннисистов. Им пока не свойственна меркантильность. Больше интересует, когда же придет долгожданный успех. Сколько лет вы выиграли первый турнир? Профессиональным игроком. У 10-летнего Олега много общего со звездной теннисисткой. С раннего детства он держит в руках ракетку и не представляет своей жизни без тенниса. Да и интервью телеканалам Леся и Олег дают одновременно. У меня там 43 кубка дома стоит. Там, ну, где-то 30 там первых и остальное вторые. Это не увлечение для меня. То есть это, ну, я же на полном серьезе, да. Для Леси Цуренко новый сезон стартует 1 января с турнира в австралийском Брисбене. Именно там уже 6 лет подряд она встречает Новый год. Посмотрим детский фейерверк и пойдем спать, потому что есть шутка, что в Брисбене в 8:30 вечера фейерверк. Он детский и для теннисистов. Вот так оно, в принципе, и будет в этом году, как обычно. Успешного сезона желают всем украинским теннисистам. Елена Дедух и Руслан Белозеров, UATV. На этом все. Спасибо, что вы открываете для себя Украину вместе с нами. И оставайтесь с UATV. Хорошего вечера.